Итак, сегодня у нас получится, скорее всего, полторы лекции сразу. Почему-то у нас так получилось, что у нас по техническим каким-то причинам одна лекция у нас немножко скомкалась, поэтому сегодня я постараюсь прочитать две лекции, максимально сжато, максимально компактно. Вот, первая лекция будет посвящена личностной патологии, то есть специфическим расстройствам личности, или раньше это называлось психопатией, психопатой. Вот, а вторая часть лекции, вторая половина или большая часть лекции будет посвящена лечению психических расстройств, то есть где мы разберем с вами основные принципы, что, куда и зачем колят, вставляют, таблетки дают или воздействуют какими-то психотерапевтическими методами. Ну, то есть план у нас вот такой. Первая часть, я говорю, достаточно сжато про расстройство личности или психопатии, а на второй про лечение. Вот как-то так. Более того, про психопатии тема эта достаточно такая, она сложная, но про нее я расскажу максимально коротко. Самые основные моменты, те, на которые надо сделать акцент и внимание на ответе на экзамен. Потому что тема плохо освещена в настоящее время в существующих учебниках, поэтому каждый раз мы слышим какие-то весьма и весьма причудливые вещи. Итак, что такое психопат или человек с личностным расстройством? Сейчас я просто зачитаю критерии, которые можно найти на каком-то тематическом сайте «Вы психопат, если…». Итак, «Вы психопат, если…». Вы регулярно нарушаете законы и пренебрегаете социальными нормами. Постоянно лжете и обманываете других людей. Человек в среднем лжет сколько раз? 170-180 раз в день, чуть-чуть. Импульсивный, не способны планировать заранее. Раздражительный, агрессивный, склонны к частым конфликтам. Это не надо записывать, я просто это читаю, чтобы… Мало заботитесь о безопасности и безопасности собственной и окружающих. Безответственны, не способны выполнять финансовые обязательства. Не учитывайте угрызение совести или раскаяние, причиняя вред другим людям. То есть, когда вы сделали другому человеку гадость, в общем-то, вам это все, в лучшем случае, все равно. Совесть психопата не мучает. Ну и лучшая, наверное, иллюстрация, которая из тех фильмов, которые я смотрел, и, наверное, многие из вас смотрели, да, психопатов их много, но вот такие наиболее значимые, импульсивного типа психопаты, да. То есть, кто читал или смотрел, есть такое произведение «Старикам здесь не место». Ну, кто-то смотрел, кто-то читал. Кто не читал, не смотрел, почитайте, лучше, или посмотрите фильм Коэнов. Вот, там есть такой персонаж, Антон Чигур, наемный убийца. Ну и, наверное, из всех вот этих киношных психопатов, наверное, он олицетворение вот самого такого матерого психопата с таким вот социопатическим компонентом. Вот. Другие персонажи, которые можно легко отнести к психопатичным или со специфическим расстройством личности, ну, например, горячо многими здесь любимый доктор Хаус. Многими, да, то есть вот этот вот человек с палкой, хромающий доктор. Вот. Не всем он нравится, безусловно, но его поведение, да, вспомните, да, то есть съесть чужой обед друга своего и даже не подумать о друге, что будет кушать, но это самый легкий вариант его поведения, да. Другой пример — это Декстер. Слышали такого, да, то есть вот этот фильм «Декстер», то есть классическое психопатоподобное поведение. Вот. Ну и самый последний персонаж из тех фильмов, которые вот сейчас, вот сериалов, которые сейчас нам показали, это Рамси Болтон из «Игры престолов». Да? То есть, вот, ну, наверное, наиболее вот такой вот тоже психопатичный экипаж, который, делая и причиняя людям что-то плохое, зло, при этом, как это говорят, ни секунды не парится вообще. То есть, ну, это его жизнь, это его стиль, то есть прошел, переступил, сломал, раздавил, даже не заметил. И самая главная характеристика любого психопата, мы будем говорить их много разных, да, это то, что эти люди чаще всего, кроме психостеничного круга, они все спят очень хорошо. По той самой причине, что никаких загонов по поводу, кроме, вот я еще раз повторяюсь, психостеников, у них, в общем-то, нет. Сделал плохо, это вам плохо. А психопат так живет. Вот. Определение психопатии, которое дал Шнайдер, оно звучит следующим образом. Определение именно такое, жизненное скорее. Вот. Психопат – это человек, который в силу своих характерологических особенностей не способен нормально жить сам,
не способен жить сам, проходите. И, соответственно, не дает нормально жить всем окружающим. То есть и сам не может, и окружающим жить не дает. Вот. Ну а теперь как бы мы рассмотрим, что такое психопатия или расстройство личности, чтобы было понятно, что это такое. И начну я вот все-таки, наверное, немножечко с этиологии этого расстройства, чтобы вам было понятно, о чем мы идем, или определение все-таки дать. Давайте определение сначала. Давайте дадим определение. То есть психопатия это аномалия развития личности, характеризующаяся ее дисгармоничностью, главным образом эмоционально-волевых свойств личности при относительной сохранности интеллекта. То есть, смотрите, как у нас появляется чаще всего психопатии. То есть, наиболее часто эти расстройства, сейчас они называются специфические расстройства личности, но я буду где-то использовать психопат, где-то вы должны понимать, что это ну, практически синонимичные понятия. Смотрите, у нас есть... Да простит меня МКБ-10 и ДСМ, у нас есть несколько уровней расстройств. То есть у нас есть как бы эндогенные и экзогенные заболевания. Да, сейчас в мировой психиатрии пытаются уйти от этой схемы, вот эндогенные-экзогенные. Считаю, что почти все где-то в чем-то эндогенные-экзогенные, то есть это как бы нету смысла разделять. Но тем не менее, так понятно, да, вот мы про это говорили, что шизофрения это вроде бы как эндогенная, а реактивная депрессия, например, на гибель чего-то или кого-то значимого для вас, это, разумеется, экзогенные, внешние причины, да, хотя и там механизмы-то оба задействованы. Вот, это как бы стоит вот две группы расстройств особняком. Все они еще делятся как бы вроде бы на психозы и на неврозы. Ну, сейчас это как бы тоже устарелое название, устаревшее, но тем не менее вот невротические расстройства и расстройства более серьезного психотического уровня. Как бы к этому ни относиться, но любому человеку понятно, что если бред и галлюцинация, это точно не невроз. Да, а если что-то какой-то человек столкнулся со сложной жизненной ситуацией и немножечко декомпенсировался тем или иным способом, это невротическое расстройство. Да? Вот. Еще мы мало про это говорили, но есть еще такое понятие, как умственная отсталость. И сейчас вы поймете, почему я сейчас говорю про это. Умственная отсталость, или раньше это называлось олигофрения. Мы с вами говорили на лекции про органику, мы говорили про деменции. То есть деменция это тоже слабоумный, как бы ослабоумливающий процесс, но он вторичный. То есть деменция – это то, что развивается у человека через 3 года после его как бы, уже рождения. Или врожденным деменция не может быть. Врожденная – это умственная отсталость. То есть умственная отсталость она формируется при рождении, либо в период первых 3 лет раннего развития ребенка. Вот. Если человек родился олигофреном, да, то есть как бы чаще всего большинство олигофрении они не имеют динамики. То есть человек, если родился имбецилом, но сейчас это тоже устаревшая классификация, ну, то есть со средней выраженностью умственной отсталости, то, скорее всего, если у него нет какого-то там ферментопатии или каких-то там сложных биохимических вот этих нарушений врожденных, скорее всего, он имбецилом и останется. Это понятно, да? И очень сложно это назвать как бы заболеванием. Почему? Потому что заболевание было какое-то утробное или еще, которое мать перенесла, которое привело к поражению мозговых структур, которые, соответственно, в свою очередь привели к первичному дефициту интеллекта. Это понятно, да? Вот. Деменция – это когда человек набрал какой-то запас знаний, да, и он его потерял. То есть поэтому очень легко сравнивают деменцию и олигофрению с книгой. То есть как бы дементный больной – это вот толстая книга со знанием, из которой часть или всю книгу вырвали, а осталась одна обложка. Это понятно, да? Вся информация, которую накопил человек за жизнь, он ее забыл, допустим. Имбецил, идиот или там дебил, да, они как бы рождаются такими, у них книга, она как бы, кроме обложки, у них в принципе ничего нет. Ну, разве там 2-3 листочку, вот. К чему я все это веду? Это сложно назвать как бы заболеванием. Это вот такое врожденное состояние умственной отсталости. Вот с психопатией приблизительно то же самое. Ее сложно назвать, отнести к какому-то процессуальному заболеванию или еще какому-то. Это состояние, с которым человек родился. И по причинности возникновения ядерных психопатий или расстройств личности, очень часто говорят, что причины возникновения олигофрении, умственной отсталости и психопатии, они очень похожи. Это внутритробные инфекции, это различные там какие-то еще воздействия химических, физических факторов. Вот. То есть ребенок рождается, то есть если в случае только олигофрении, он рождается со структурным каким-то более серьезным анатомическим мозговым дефектом, да, и в связи с этим
интеллект не развивается, да, то психопат рождается с более тонкими нарушениями внутримозговыми, да, которые приводят к каким-то функциональным больше нарушениям. Да, но по своей сути эти два заболевания, вот это вот, точнее не заболевания, а вот эти две группы, да, они очень похожи. И там они, по сути дела, в определенной большой степени врожденные. То есть вот эта почва воздействия какой-то органического, какой-то вредности, да, она присутствует там и там. Это просто для систематики, вот такое лирическое отступление, чтобы было понятно, что это такое. Ну, то есть есть такое некрасивое определение психопатии или расстройства личности, которое будет, вот оно некрасивое, зато оно очень понятное. Вот у нас есть личность, да, мы про это говорили на первой лекции, да, я не буду сейчас вспоминать, что это такое, но это тот вот отпечаток, который вы формируете у визави при общении с ним, то есть вот отпечаток ваш, какой он, как он вас воспринимает, это личность. У личности есть характер, да, это основные как бы соотношения возбудимых, тормозных процессов, там еще чего-то, да. Вот, и есть, то есть это характер, есть темперамент, это эмоциональность личности, то есть, вы помните, сангвиники, холерики, меланхолики, так вот это вот все, да. Так вот, это такой краткий экскурс. Так вот, психопатия это либо очень серьезная патология темперамента, вот этих вот возбудительно-тормозных процессов, либо, как говорили старые психиатры, это уродство характера. Вот человек, ну, уродство в данном случае вот мы возьмем в кавычки, потому что нехорошо человека называть уродом, да, тем более психопатов там от 5 до 7%. Вот, то есть это люди не то, что обязательно они декомпенсированы и бегают, и там убивают, руки режут, кричат, там, истерят, нет. То есть они, ну, есть определенная динамика психопатии, то есть определенная компенсация, когда люди старательно удерживаются в социуме, если их не, ну, то есть они плохо удерживаются, их видно, но тем не менее они как-то относительно компенсированы. Чуть что, какая-то вредность, какой-то стресс или еще что-то, то есть мы видим человека в полной красе, да, и вы, наверное, кого-то из своего окружения знаете. Таких людей. Вот. То есть, чтобы было понятно, вот дисгармония личности, да, она включает в себя, то есть, как бы от нормальной личности, когда вы помните, что такое нормальная личность, здоровая, да, это личность, которая как бы отвечает критериям психического, психологического и духовного здоровья, там, по критериям ВОЗ. Да. Вот. Есть акцентуация личности, да. То есть это крайне заостренная какая-то ее черта, да? Но вся остальная личность, весь остальной скелет, вся остальная плоскость, структура личности, как бы она не затронута. То есть есть какой-то отдельный вот этот выскакивающая черта, да? Вот мы говорим акцентуат, да? То есть это крайний вариант нормы. То есть мы говорим, что этот человек, конечно, вредный, но не настолько вредный, чтобы считать его, вот. И третий это вариант, это, разумеется, вот как раз специфическое расстройство личности, да? Когда вот это вот заострение, оно... Давайте я сейчас прочитаю определение, вы поймете, как бы, о чем идет речь. То есть, что такое специфическое расстройство личности? Давайте критерии запишем, то есть, которые сейчас используются в НКБ и ДСМ, то есть они одинаковые. Итак, это заметная дисгармония личности во любых отношениях. Заметная дисгармония личности в любых отношениях. Это хронический стиль аномального поведения, хронически, то есть психопат, он везде психопат, по сути дела, вот как бы он ни старался, все равно его видно. Вот. Этот стиль нарушает адаптацию личности, то есть многие психопаты не то чтобы борются со своей психопатичностью, да, но они как прекрасно понимают, что это их дестабилизирует в жизни и не позволяет некоторым, мы скажем сейчас позже про то, что некоторым как раз наоборот позволяет добиться каких-то высот в жизни и так далее. Вот. Эти нарушения возникают в детстве или в раннем детском подростковом возрасте. И они сопровождаются очень часто ухудшением профессионального, социального уровня функционирования. То есть вот так. Вот. У нас на экзаменах любят все спрашивать критерии Петра Борисовича Ганушкина в отношении психопатии, поскольку Ганушкин, наш отечественный психиатр, наверное, один из тех психиатров, который очень много занимался как раз патологией личности, патологией характера. Вот. И Ганушкина критерии следующие. Они, по сути дела, такие же, которые я сейчас вам перечислил, но вот, есть такие вот как бы триада Ганушкина, про которые мы любим говорить. Итак, это выраженность, первый критерий, это выраженность
вот этих вот патохарактерологических изменений, выраженность. То есть это говорит о том, что как бы где бы психопат ни находился, на работе, в семье, если он склонен к конфликтам импульсивным, он будет везде такой. На улице это те люди, которых нельзя зацепить. Это те люди, которые выпивают 50 грамм и тут же лезут в драку. И даже если налить 50 грамм воды и сказать, что это там спиртное, им уже этого хватит более чем. То есть вот такие вот люди. Второе. Это тотальность. Тотальность психопатологических нарушений. То есть, то, что это проявляется всегда тоже и везде. Вот. И третье – это стабильность. То есть стабильность психопатологических черт характера. То есть на протяжении всей жизни человека, в общем-то, они мало как-то вот варьируют. То есть вот они есть, и они есть. Их может человек искусственно как-то спрятать и пытаться компенсироваться под воздействием каких-то социальных или профессиональных каких-то условий. Но тем не менее, чуть что он дестабилизируется, и мы видим его во всей красе. Вот это что такое. Про этиопатогенез, в общем-то, я уже сказал первую часть. Ну, нельзя не искать вторую, так называемую социальную составляющую. То есть считается, что как бы безусловно, вот эта почва, про которую я сказал, органическая почва, она имеет определяющее значение. Но, тем не менее, неправильное воспитание, неправильные отношения в семье, алкоголизм, наркомания родителей, конфликтность в семье, то есть это все тоже складывается и накладывается, скорее всего, вот на эту как бы внутреннюю подготовленную почву. Вот. Поэтому в отечественной психиатрии долгое время, ну и сейчас остаются такие попытки выделять как бы два класса психопатов или два класса, ну это скорее уже имеет историческое значение, но тем не менее интересная концепция Кербикова о том, что психопаты бывают ядерные, это те, которые вот родились и все, вот он такой с рождения. В конце этой части лекции я скажу признаки детей, которых есть признаки того, что у них формируется психопатическое поведение. Это ядерный. То есть родился, и мальчик, в общем-то, с годика, с 2, 3, 4 уже видно, что мальчик не такой. Он думает иначе, он действует иначе, он чувствует иначе, он не способен где-то подстраиваться, соответствовать социальным нормам, где-то из-за этого переживает, где-то родители его прессуют, но толку от того, чтобы прессовать психопата, в общем-то, вот это вот такая прессующая, наказующая метод кнута с психопатом, он далеко не всегда действует, особенно с целым рядом отдельных групп специфических расстройств личности, где любые воздействия они воспринимают как наоборот стимул двигаться вперед. И, соответственно, второе – это краевая психопатия. Краевая – это та, которая вроде бы ребенок рождается нормальным, да, но в результате вот этих вот массивных социальных, семейных, неправильных вот этих вот паттернов методов воздействия, из ребенка формируется нажитой психопат. Есть мнение, я с ним, в общем-то, согласен, что краевая психопатия – это, скорее всего, вот этот вот органический фон, который формирует возникновение расстройства личности, он может быть сильный, и тогда как бы это однозначно ядерная, уже мы его видим сразу, психопатия. Либо второй вариант, когда где-то что-то еще как бы более или менее могло бы быть нормально, но результат вот этой неправильной социализации воспитания фактически выбивает из колеи ребенка, и все правильные, здоровые защитные механизмы, они просто срываются, и человек становится вот этим вторичным психопатом. Но это все равно все происходит не в 20, не в 30 лет. Вот. Еще вы в литературе или при подготовке к экзамену вы сможете, скорее всего, встретитесь с термином вторичная психопатия или психопатизация личности. Это не совсем то, то есть это тоже органическое чаще воздействие, например, алкогольная психопатия или расстройство личности, когда человек долгое время употребляет, третьей стадии, второй, становится вот этим алкогольным психопатом. Да? Но это не психопат, а расстройство личности, про что мы сейчас говорим. Это вторично приобретенное что-то. Да? Больной с туберкулезом, больной с язвенной болезнью, вот это вот тоже такие определенные патохарактерологические нарушения возникают. Мы про них с вами говорили, когда разбирали психоорганический синдром. Это как раз вот там вот псевдоневротические и псевдопсихопатические вот эти реакции. По поводу истории вопрос. Слово психопат его ввел в обиход
считается Балинский, наш отечественный психиатр, и Виктор Хрисанович Кандинский в больнице Николая Чудотворца, это уже 200 с лишним лет назад. Вот, ну, ряд западных историков медицины и психиатрии считает, что термин психопат был введен еще раньше, где-то там в Англии кто-то, Причардом или еще где-то, но как бы суть не важна, то есть как бы вот термин этот существует достаточно давно. По поводу классификации, прям вот быстренько пробегусь, то есть первая классификация такая вот наиболее понятная, красивая после классификации Крепелина, которая там конца 19-го, начала 20 века, это классификация Крейчмера 30-го года, где он выделял три группы психопатов, на которые потом мы наплодили огромное количество психических расстройств личности, которые есть сейчас. Итак, он выделял согласно телосложению Крейчмера, он выделял шизохимиков. То есть это лептосомов, худых, вытянутых вот с таким вот углом, под этим самым надчревным углом, то есть, или лептосомов, то есть склонных к замкнутости, к особенности мышления и так далее. Вот, он выделял циклотимиков, то есть циклоидный тип сложений, такие кругленькие, то есть это психопаты, которые, по мнению Крейчмера, давали либо гипоманиакальный, либо субдепрессивный эффект, то есть такие либо конституционально всегда подавленные, то есть всегда вот вечно все плохо. Но плохо здесь не то, как при депрессии плохо несколько месяцев. У конституционального психопата плохо всегда. У них не бывает хорошо. То есть, вот, чтобы было понятно, чем отличается расстройство личности, ее тотальность и стабильность. У них всегда плохо. То есть, вот если вы вспомните «Тайна третьей планеты», мультфильм такой смотрели кто-нибудь, вот, особенно жители России. Там был капитан зеленый такой, вот он такой, да чего у нас плохого? То есть там всегда было плохое. Ну вот, не дадут люди некоторые соврать. Вот. Или ослик, опять же, этот ИА, он везде, в Винни-Пухе, вот этот конституционально-депрессивный тип, да, который вот у него всегда все нехорошо. Да, Пьеро, да, вот классический персонаж, да, вот это вот тоже такое. Другое, с другой стороны, как бы циклотимики, это гипоманиакальные, это которые у всех все, то есть это те, которые заразят вот работой и своей активностью и насильно в рай приведут. Это вот которые вот такие очень, очень активные люди. Вот, и циклотимики, это у которых меняется вот это вот, да, очень похоже на циклотимию, вот про что мы говорили, про патологию настроения. И сейчас эта группа отнесена на расстройство настроения. Ну вот раньше считалось, что вот это вот то, что мы сейчас называем циклотимией, вот это имеется, как бы это психопат. То есть у них вот это вот колебание настроения, они всегда, вот он родился таким, и он таким умрет. То у него хорошо, то у него плохо, то у него хорошо. Причем как бы настроение у него может, как бы он и не говорит, что у него хорошее настроение, он просто весьма работоспособен и совсем ничего не хочет. Вот. И третий тип – это эпилептоидный, то есть это, соответственно, мускульный, мышечный тип телосложения, треугольник, вот этот такой вот угол. Вот. Это, соответственно, люди прямолинейные, упрямые, склонные к аккумуляции эффект, которые как аккумулятор заряжается, а потом, если человек такой эпилептоид, по мнению Кречмера, убивает, вот это как раз те люди, которые, если он начинает убивать ножом, да, вот он наносит 176 ножевых ран, 176 из которых были смертельны. То есть вот эта вот застреваемость, когда человек не может, да. Но с другой стороны, эпилептоидом вот в классическом понимании Крейчмера был и монах, который накладывал на себя какое-то там, что они на себя накладывают, какое-то вот, выполнить что-то надо, да, в честь там, веры в Бога, да, то есть человек, допустим, кланяется и разбивает себе лоб благодаря там 10 тысяч ударам о бетонный пол, да, но вот как бы тоже вот это эпилептоид. Вот, Ганушкин наш добавил в классификацию еще два, это антисоциальных психопатов, то, что сейчас это существует эта классификация, это вот эмоционально тупых, агрессивных, то, что сейчас называется социопат, ну, наверное, вот Декстер, да, социопат, улыбчивые, высокий интеллект, привлекательные все психопаты чаще всего, то есть они многие могут заинтересовать, они, но потом как бы все не очень хорошо получается. И он сюда еще ввел так называемых конституционально глупых. Конституционально глупых, ну вот это такое несколько спорное положение, но тем не менее. Вот. Последняя классификация до той, которая существует сейчас, которая использовалась в России на протяжении практически 100 лет, она была построена на концепции темперамента, поэтому я в начале лекции напомню, что такое темперамент. Вот, то есть, согласно темпераменту, кроме, то есть, вспоминаем, сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики, да, 4 темперамента по господину Гиппократу, да, то есть, считалось у нас в нашей стране, да и в Германии, в Европе, во многих странах, что только сангвистический темперамент не дает
психопатических психопатов, да? Соответственно, если у нас мы берем холерика, холерический темперамент, то он у нас формирует как раз отсутствие вот этого дисбаланс тормозно-возбудимых систем, то у нас формирует то, что как бы описывал Кречмер под циклоидными. То есть это, соответственно, гипотимные, гипертимные и циклоидные, то есть которых вот эта эмоциональная вот эта жизнь, у них она либо вверх всегда, либо всегда вниз, либо она вот меняется туда-сюда. Вот. Дальше. Если мы говорим про флегматический темперамент, флегматичные люди, да, вот эти вот медленные, как танки. Вот они мне нравятся, симпатичные, это люди, они медленные, да, но если они куда-то едут, они туда точно едут. То есть это вот, у них как танк. Вот. А здесь у нас, соответственно, сюда у нас попадает что к флегматикам? Это эпилептиформная, то есть вот это вот, про что я говорил, вот эти с разрядами, которые аккумулируют эмоции. Это вот которые вот. Вот его компенсация эпилептиформного или эпилептоида, как она выглядит, он ходит и пока старается не обижаться. Ходит и все, все задевают, но он не обижается, да? Но вот это вот датчик давления у него все выше, выше, он попадает в красную зону, и потом, вот, кстати, вот достаточно вот этот взрыв вот этот у эпилептоида, он очень-очень-очень бывает разрушительный, и ничего хорошего в этом рядом лучше не оказывается. Вот, и паранояльная психопатия, она тоже относится к флегматичному, только здесь люди застревают не на эмоциях, а на идеях паранояльные. То есть они как бы они вот постоянно в этих размышлениях, что что-то не так, что-то к ним там не так кто-то относится и так далее и тому подобное. И третья группа это меланхолический темперамент, меланхолики, сюда относится истерическая психопатия, Истерическая психопатия, да, ну, мы говорили на прошлой лекции про истерию как заболевание, а истерическая психопатия чем отличается, да, это патология личности глобальная и тотальная, да, то есть истеричный психопат, он всегда истерик. Ему не надо как бы причины для того, чтобы он впал в невроз. Нет, он всегда такой, он по-другому жить не умеет. И мы сейчас к этому вернемся, почему. Да? Вот казалось бы, истерик, да, то есть театральный, показательный, да, причем меланхолический темперамент, да, вот этот угрюмый. Дело в том, что у каждого истерика, у него какой, если вот вспоминать невроз, да, я вот хочу быть великим, да, а чего-то у меня нет, да, и если я как бы великий, вот я сейчас вам стою и рассказываю, что я такой, я там вчера с Владимиром Владимировичем, там, не знаю, ну, пусть не Путиным, но еще с кем-то очень хорошим человеком, сидел за столом, там вы сидите вот так на меня. Вот, да, в этот момент я разворачиваюсь и понимаю, что ого-го, хорошо мне, да, потом вы мне говорите, да ладно, не верим, он вчера не там был, ты не мог сидеть, да, то есть они ищут внимание, если они внимание не получают, что с ним происходит, все, любой истерик, он сдувается, я имею в виду не с неврозом, а с психопатией, да, он чувствует эту вот ощущающую ущербность, вот это свое, что все не так, и надо опять производить впечатление, да, то есть он живет постоянно вот этой вот, а не жив, как бы он, привыкает казаться, но не жить. То есть его жизни, у истероидного психопаты, там, по сути дела, ничего настоящего нету. Вот. Психостеническая психопатия, то есть это тревожно-мнительные люди. Тревожно-мнительные, которые вечно во всем сомневаются. Так, не так. Это те люди, которые постоянно жуют перед сном, жуют, я имею в виду, мысли. Так, не так, а вот не обед, а лучше как надо было, а вот это, а я вот тут сказал, а вот это. То есть это люди, которые вот жить им очень тяжело, поскольку они очень сильно смеются. И последнее из флегматического, из меланхолического темперамента, это, соответственно, шизоидные психопаты. Но про них я сейчас буду чуть-чуть ниже говорить, поэтому это люди, которые как бы живут в своем внутреннем мире, но живут они в нем тоже, опять же, всегда. Вот. Ну и я сейчас перечислю очень коротко современную номенклатуру, какие расстройства личности сюда входят, и буквально по 2-3 слова схожу про характеристику этих типов. Итак, первое это параноидное расстройство личности. Несмотря на такое красивое название, которое похоже на параноидный бред, да, эти люди бреда у них не развивается. У них развивается как раз что? Сверхценная идея. Вот это очень характерная часть для этих людей. То есть это люди с повышенным самомнением, сверхчувствительные к неудачам, всегда отстаивают только свои собственные интересы. И им всегда кажется, что люди вокруг них к ним как-то неадекватно или нехорошо относятся. Вот. Они везде видят какое-то, что-то подстраивается, что что-то может вот против них быть обращено, поэтому они параноидные. Да? Вот. Упертые до безумия. Да? Вот эти вот те люди, которые реформаторы, которые меняют формации в разных странах, да? Вот к ним
в частности, относили Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот. К ним относили Ивана Грозного, это вот наш персонаж российский, но не россияне могут почерпнуть информацию в сети интернет, чем характеризовались эти личности. Ну, это вечный двигатель, это переустройство мира, и это люди, которые как бы вот те люди, которых любые возражения, наоборот, скорее вызывают повышение их активности, желание доказать, что они правы, что вот, спорить с ними практически. Шизоидное расстройство личности. То есть оно проявляется чаще всего действительно в раннем детстве, то есть у детишек появляется как бы диспропорциональность в развитии. То есть, с одной стороны, какая-то определенная моторная неловкость и отсутствие нормальных контактов со сверстниками. Они не умеют играть, неинтересно. С другой стороны, очень часто они опережают в развитии в вербальном. То есть они много читают, они рано начинают говорить, у них очень такие любопытные интересы, да, но. Вот этот внутренний мир, в котором они живут, он превалирует над внешним. Да, и любые контакты с внешним миром для них они доставляют как бы дискомфорт. В отличие от шизофрении, которая процессуальна, это заболевание, которое течет и длится, чаще всего специфическое шизоидное расстройство личности, оно не прогрессирует. Он вот такой, какой он есть. Да? Вот его вы либо принимаете, либо не принимаете. Более того, как бы именно эти люди генерируют какие-то великие, чаще всего гениальные идеи. Эти люди генерируют чаще всего прорывы. Эти люди занимаются математикой, эти люди занимаются какими-то еще менее понятными там, кварками. Ну, в общем, вещами, которые большинству врачей не совсем понятны. Не хочу никого обидеть. Вот, то есть это люди, для которых их внешний вид чаще всего достаточно такой экстравагантный, в силу того, что им глубоко плевать на то, как они выглядят. Да, это вот носки штаны заправлены в носки, это человек, который может пиджак заправить в джинсы, то есть это нормально. То есть как бы человек на это что-то не парится, потому что в голове у него происходят определенные какие-то, не психотические, безусловно, какие-то там переживания, которые гораздо важнее, чем вот это все, и вопрос дважды два, сколько его вообще мало волнует, и почему у него носок один зеленый, а другой красный, он тоже знает, вам это объяснит. Это шизоидные психопаты, да? Это они создают какие-то уникальные коллекции, это у них какие-то уникальные хобби, вот, это люди, которые, вот, когда вам показывают Нобелевскую лауреату по физике, по математике, да и по литературе, наверное, нет, да, вот когда выходит, когда вот этот дядя, то есть это великий ум, да, но как бы человек, конечно, очень сильно, или библиотеки, люди, работающие в некоторой библиотеке и так далее. Диссоциальное расстройство, да, или социопатическое расстройство, да, вот это Антон Чигур, вот этот вот, с которого мы начали. Это вот абсолютно холодное, абсолютно безразличное к боли, к социальным нормам, требованиям, к законам и так далее. Люди, которые не могут прогнозировать последствий своих действий, которые сначала действуют, это вот как раз про таких людей, говорят, мы сначала метко стреляем, потом смотрим, в кого мы стрельнули, да, потом рассматриваем, о, Вася, друг, извини, вот, да, стреляют метко. Их называл Причард, психиатр старый, называл нравственные безумцы или моральные уроды, то есть это люди, которые не могут не нарушать, это их жизнь, то есть у них нет никаких ограничивающих рамок и так далее. Больше того, то есть вот даже, вот к сожалению, даже вот как бы самого гадящего кота, ну, как с трудом, но можно различными воздействиями приучить гадить в лоток. Самого психопатичного кота, да? Но это просто хозяин может быть недостаточно психопатичный, чтобы переучить психопатичного кота. Но можно, да? То есть, соответственно, вот у этих больных, пациентов, их нельзя назвать больными-то, расстройство личности, вот они такие. Вот, у них существует такое понятие, как семантическая деменция. Семантическая деменция, то есть они не делают выводов. Вот он куда сделал, получил там, и опять туда же пойдет. Вот. Причем не потому, что он мазохист, например, а потому, что он просто вот он как бы считает, что вот так надо. Вот так надо. Эмоционально неустойчивые, лабильные. То есть это люди импульсивные, с периодическим колебанием настроения, со вспышками гнева или еще каких-то эмоций. Вот, импульсивный тип – это наиболее часто встречающийся из них. Да, вот это то, что в определенном смысле, конечно, это не совсем то, похоже на эпилептоидный, про то, что я рассказываю, психопатию, в крейчмеровскую или в классификации в нашей отечественной. Вот, то есть это люди, склонные к эмоциональным, неадекватным реакциям. Это люди, которых, если вот вы видели когда-нибудь классический вот этот вот психопат, то есть это человек, кто не может пройти, если где-то его задирают, он не может, любое слово, да,
Этот человек точно, вот он говорит себе, я больше драться не буду. Я больше драться не буду. Да, и вдруг кто-то на него посмотрел, и вот эта вот классическая барная фраза, ты что на меня так смотришь? Все, то есть человек сорвал. Любое неаккуратно брошенное слово, то есть оно его как бы взрывает и так далее и тому подобное. Вот. С другой стороны, если человек компенсирован, да, то есть эти люди могут действительно за собой людей повести, поскольку они очень часто становятся неформальными лидерами, либо формальными лидерами. Вот. Ну и если мы говорим вообще вот про эпилептоидов, да, то есть иногда они создают великие империи, великие правления, то есть вот сюда в определенной степени с большой натяжкой можно отнести Юрия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона и Петра Первого. Все они были характеризовались тем, что они были либо эпилептоиды в классическом, вот, нашем понимании, да, менее, ну, импульсивные они тоже все были, да, либо они были эпилептоидами конституциональными. Вот. А диссоциативное или истерическое расстройство. Ну, здесь я уже все сказал, да, приблизительно, да. То есть эти люди живут вот этим представлением. Это люди общаются с великими людьми, со всеми на коротке, на короткой ноге, они совершают подвиги, они совершают какие-то эти самые, они занимаются такими самыми, ну, хобби у них, увлечение, танцы, пение, драматическое искусство, то есть где можно быть и питаться эмоциями, то есть их называют ищущими внимание психопатами, то есть они фактически, вот вы говорят такое слово, энергетический вампир, это, конечно, неправильно, да, но они ищут таких эмоций, потому что своих, по сути, нет, и они постоянно создают ситуации. Больше того, истероидный психопат, или вот человек с истерическим расстройством личности, он живет по принципу лучше любые эмоции, любые, лишь бы они были. Если нет хороших, этот человек начинают провоцировать какую-то агрессию на себя или еще что-то, да? И вот когда иногда привозят на экспертизу лиц с мест лишения свободы, да, то есть они иногда бывают, вот, у них руки все, вены все порезаны, вот это вот, да, вот такими вот порезаны, да? И иногда начинающий психиатр очень часто сложность возникает в дифференциации личностного расстройства. Это вот импульсивный тип, то есть вот он не способный эмоции как бы держать, и он постоянно вот разряжает их, да? Либо это истерик, который просто истерит для того, чтобы заработать вот, ну, дешевый или недешевый какой-то авторитет на зоне, да? Здесь тут, ну, как бы мы сейчас не будем разбирать особенности, но выглядит иногда это очень похоже. И возбудимый психопат, который вот на пике ярости, когда он начинает резать себе вены, скрываться, да, всегда любой психиатр спрашивает у такого человека, что ты почувствовал в момент того, как ты порезал, ты нанес себе повреждение, да, и большинство психопатов, они в этот момент чувствуют, когда кровь появляется, возбудимые, они чувствуют облегчение, то есть не потому, что кровь у них там сливается, да, они разрядились, да, они могут разрядиться и на другого человека, порезать другого человека. Истерик же, который режет себя вот так вот красиво, весь живот, всю грудь, он режется специальным образом, так, чтобы себя случайно не убить, то есть чтобы выглядеть очень так вот, сколько я порезал, сколько перерезал, да, но при этом так порезать себя, чтобы вот потом еще можно было долго резать, иначе какой смысл? Вот. Ананкастное расстройство, это люди, которые застревают в размышлениях, это люди, которые постоянно пытаются думать правильно, неправильно, как окружающие оценили мое поведение, сделал хорошо, плохо и так далее. То есть достаточно тяжелые люди, живут они очень плохо, тяжело, но это самые исполнительные люди, поскольку они боятся всех обидеть, они обычно, если что-то делают, они делают очень хорошо, долго, зато очень хорошо. Да, потом еще 10 раз сомневаются, переделывают, поэтому получается это вообще великолепно. Вот на них обычно ездят люди, которые способны за собой повести, нанимают вот таких вот исполнителей, которые постоянно вот в деталях вязнут и так далее. Вот, тревожное или уклоняющееся расстройство. Здесь преобладает тревога, да, мы говорили на прошлой лекции про тревожное генерализованное расстройство личности, да, как невроз, невротическое расстройство. Здесь эта тревога скорее такого сомневающегося характера. Человек вечно сомневается по поводу своей значимости, полноценности, что с ним можно дружить, что вот его сейчас не отвергнут. Поэтому оно и называется тревожное или уклоняющееся. Они уклоняются прежде всего от социальных контактов. Они боятся быть отвергнутыми, поэтому как бы поскольку они тут тоже остаются одни, возникает определенная как бы изоляция, да? Возникает вопрос, шизоид или это уклоняющийся, да? Отличие одно. Шизоид, он внешнего никакого контакта, он его и не ищет, он ему не нужен. Ну, поскольку купить поесть, там еще что-то, туалетную бумагу, заплатить там за квартиру, все. Они и не ищут внешнего общения.
Соответственно, уклоняющийся, да, он постоянно, он очень хочет вот этого общения, да, но боится быть отвергнутым, поэтому это большой лимит. Зависимое, ну зависимое, оно и зависимое, это понятно. То есть люди, которые попадают в зависимость от внешнего авторитета, еще от чего-то, и вот переживают собственную неполноценность, поэтому ищут всегда какого-то ведущего, и являются ведомыми. То есть не очень хорошо это, как бы, почему? Потому что попадает под влияние вот этих неформальных лидеров, особенно у подростков, и, вот, и завершается это не всегда плохо. Есть обсессивно-компульсивное расстройство личности, на нем мы, наверное, закончим. Обсессивно-компульсивный невроз, помните, был обсессивно-компульсивный? Вот это совсем не то. Обсессивно-компульсивное, то есть это люди, компульсивно стремящиеся к порядку, к упорядоченности. Все должно быть по схемам, все должно быть. Это вот у обсессив-компульсив, это вот люди, которые когда паркуют машину, вот эти две линии нарисованы, вот это расстояние должно быть одинаково. Он будет перепарковываться, пока вот не станет так. Стол у человека обсессивно-компульсивного с расстройством личности, все идеально, не соринки, все лежит. И если вы у него что-то меняете, да, через секунду это будет там же. То есть это желание вот этого порядка в отношениях, то есть с людьми с этим живется очень тяжело, но вот если они декомпенсируются, тогда у них появляются и обсессии, и компульсии, как при неврозе. Но а чаще всего они вот просто это характер такой, который достанет всех вот этой гиперпедантичностью и так далее. Ну, пассивно-агрессивное еще есть расстройство такое, это выделяют уже американцы, пассивно-агрессивное, в российской классификации его нет, но тем не менее, то есть это люди, которые всем своим поведением, да, то есть как бы они создают ситуации, в которых они, провоцируя кого-то, то есть получают какие-то неприятности, я вот очень образно говоря, в отношении себя. То есть когда вот ты, ну проще, потому что вот едет машина, это просто метафора, едет машина, отойди, да, это вот те люди, которые отвернутся и будут там стоять, какой ударило, да, то есть это люди, которые вот будут мимо негодяев, которые спрашивают сигареты во дворе вечером, да, они будут проходить с ними как к ним как можно ближе, чтобы, не дай бог, не спросили, да, то есть они как бы не лезут в драку, да, но в итоге будут биты, то есть вот это вот пассивно-агрессивно. Ну и нарциссическое расстройство личности, тут все понятно, да, нарцисс, да, человек, то есть основным критерием является переоценка себя, то есть я самый лучший, я самый красивый, я самый умный, я самый все, да, ну, как бы вот это вот нарциссическое расстройство личности. Ну вот, это переоценка своей личности, значимости, умений, ценности и так далее. И вот немножечко как бы интересной теории, вот смотрите. Считается, ну это теория, конечно, очень просто красивая. То есть, что как бы вот в нашей жизни, ну, создаются какие-то реальные прорывы в науке, там, в литературе или щелке, создаются всегда почти шизоидами, ну, реже шизофрениками. То есть бывает и такое, допустим, тот же Джон Нэш из «Игр разума», да, реальный персонаж, Нобелевский лауреат. Вот. То есть шизоид, он продуцирует идею, которую как бы никто другой осмыслить и создать не может в силу того, что он по-своему. Затем подключаются вот эти ананкастные, их подключают, которые прорабатывают это вот в ширину активно, да? Вот это две группы, которые эти вот все, этот посчитал, это три листа, как Эйнштейн положил, вот, теория относительности или теория фотоэффекта, все, эти разработали, создали учебник, да? Но монетизацией займутся, скорее, ну, либо эпилептоидные, либо еще, ну, то есть совершенно другие люди, те, которые займутся инноватикой, то есть приобретением денег на то, что создали шизоиды с ананкастами. Вот, это весьма-весьма интересно. И про детей я вам обещал сказать, да? А где это? А, я стер, наверное. А, нет. Или да. Стер. Ладно. Характеристики следующие. То есть, стоп, а куда же я это делал? Сейчас, секундочку прям одну. Неужели стер, правда? Да, стер. Ну, в общем, на практических занятиях узнаете. Вот, перерыв. Куда же, правда, идти? Ну и завершая курс лекции, необходимо просто рассказать про лечение, потому что иначе бы история бы наша была бы неполная. Да? Если есть проблема в виде каких-либо психических заболеваний, соответственно, разумеется, возникает желание их вылечить. Вот. И возникало оно еще как бы с античных времен, когда люди впервые, ну так более или менее осознанно, средние века столкнулись с психической патологией. Вот. Ну и, разумеется, подходы к лечению психических заболеваний, они были разные. Все зависело от того, какое представление об их происхождении господствовало в то или иное время. Понимаете, к чему я это веду?
Да, я это веду к тому, что мы, про что мы говорили на первой лекции, про то, что как бы одним из лучших методов лечения, к сожалению, в средние века, например, было признано сжигание душевнобольных, когда работали по принципу «нет человека, нет проблемы». Вот. Это не только, это салемские процессы, ведьмы, то есть это вот эта инквизиция великая. Вот. То было не только в средние века. Такой подход, как бы, он присутствовал, наверное, еще на самой заре начала вот этой эпохи терапии душевнобольных. Да? Вот. То есть считал, что в них вселяются различные бесы, различные какие-то нечистые силы, все прочее. Вот. И если подход к лечению долгое время был парарелигиозный, то, в общем-то, соответственно, использовались какие методы в основном? Это сейчас историю рассказываю. Да? Какие методы использовались? Молитвы, святая вода, крест и так далее и тому подобное. То есть все вот эти вот методы лечения вы можете почерпнуть в шикарном пособии, есть пособие, хорошее видеопособие по фильму «Экзорцист», все части можете посмотреть. Вот там как раз показаны подходы к вот этой вот религиозной парадигме лечения. Да? То есть насколько она эффективна, я могу сказать, уже как бы опираясь на данные 21 века, к сожалению, при всей моей хорошем отношении к русской православной, не только любой другой религиозной конфессии, иногда, к сожалению, клирикальный вклад он является явно негативным. Я объясню почему. Потому что каждый человек должен понимать свои ограничения, что он должен делать и что он не должен делать. И, к сожалению, наши больные, особенно с психозами, нередко задерживаются до момента попадания к психиатрам, которые будут лечить правильно, иногда на месяц, иногда на годы современными экзорцистами, которые изгоняют дьявола в Рязанской, Московской, да везде все это происходит. И, к сожалению, вместо того, чтобы посоветовать обратиться к психиатру, долгое время мы просто теряем время. То есть, это такой камень, такое преткновение, увы. Вот. На самом деле лечить вот таким радикальным способом психические заболевания, скорее всего, начали достаточно давно, поскольку мы находим наскальные и не только наскальные рисунки, по которым мы можем предположить, что вот этих вот бесноватых лечили чем? Трепанация маленькая, то есть различные колдуны, различные знахари вырубали дырочки в черепе, есть масса черепов с такими отверстиями, да, и я сомневаюсь, что это древняя нейрохирургия. Вот, скорее всего, по предположению историков медицины, речь шла как раз об устранении, изгнании духа плохого, дьявола и так далее. Вот, были такие подходы. Вот. Потом появились такие, околонаучные подходы, наверное, Греция, Древний Рим, то есть когда появились подходы в отношении, хотя бы фитотерапии, какой-то более или менее осознанный, да, успокоительный сбор, успокаивающий, вот, использование опиума для некоторых больных, вот, других различных трав или еще чего-то. Вот. Использовалась активно бальнеологическая среда, инсоляция, свежий воздух и так далее и тому подобное. Да, но все это было как бы, эффективность такая, достаточно средняя. Вот. В Европе использовались методы в основном сдерживания, в ряде случаев механотерапии, то есть когда сажали в какую-нибудь центрифугу и так вот крутили, или вот, например, сажали, капали капельки воды на темечко, то есть такая отвлекающая терапия, как горчичник. Человек еще сильнее сходил с ума, вот. Но иногда депрессивные больные или больные одержимые как бы приходили более-менее в себя. Но в средние века Европа, да и Россия на самом деле, при монастырях, где больные содержались, то есть в основном основным методом лечения было презрение, то есть содержание под надзором. И содержание достаточно такое сковывающее больного, больных привязывали, больных сковывали, да, и примеров там очень много. Вот, поскольку в классическом виде больными-то их не считали, то есть поскольку мы не знали, как лечить, то, соответственно, дома для душевнобольных средних веков, они напоминали скорее тюрьмы, казематы, где содержались больные, содержались в абсолютно бесчеловечных, таких негуманных условиях. Более того, то есть классический пример – это больница Вифлеемская, тот самый Бедлам, который вошел под названием «Бедлам» в русский обиход русского языка, как метафора чего-то ужасного, чего-то абсолютно
нехорошего, да. Вот, это как раз была английская больница, где в средние века, то есть англичанин мог за достаточно небольшое количество денег, за один пенс, по-моему, так и назывался, однопенсовый вход, мог зайти в больницу, где в цепях, за решетками содержались душевно больные, вот, мог приобрести различные средства терапии отвлекающие, то есть мог яблоки, а помидоры, там, наверное, тухлые яйца, и покидать больных, как зверей. Можно было покормить, да? И жители большого сити, да, то есть они с детьми, по воскресеньям, увлеченно ходили и создавали вот эту вот отвлекающую терапию, в кавычках. Вот. То есть все, к чему я все это веду? Я это веду к тому, что любая наука и подход к лечению становится медицинским только тогда, когда мы начинаем понимать, что мы имеем дело именно с больным человеком. Да. И в свое время проведена была вот эта реформа нестеснения, про которую мы говорили на первой лекции, больных начали пытаться лечить. То есть, поскольку подход был такой, если это заболевание какое-то, даже очень тяжелое заболевание, то, соответственно, у него должен быть какой-то ключ, который мог бы на каком-то этапе разорвать какие-то там элементы этиопатогенеза. Вот. Но, тем не менее, в психиатрии долгое время все-таки шли на ощупь. Да, это влажное оборачивание, это там окунание, это шоковые методы терапии. Шоковые методы, они действительно эффективны, они не использовались, в частности, в России и в Европе. Это когда больных депрессивных, либо больных одержимых, там, ну, скорее всего, это больные шизофрении, галлюцинаторно-параноидные, их сбрасывали откуда-то, ну, сначала привязав к ногам веревку со стены, с монастырской, например. Я не знаю, как к этому относиться, но вроде бы это преподносится как исторический факт. И вот человек, не долетев до конца, не разбившись, его поднимали, и он себя нередко приходил. Ну, какое-то обоснование теоретики, как бы, оно может быть у шокового метода, потому что большинство самоубийц, которые едут в один красивый город, где стоит мост «Золотые ворота», такое культовое место для прыгунов с моста «Олденгейт», вот, а многие те, которые прыгнули, не разбились, остались живы, в общем-то говорят, что жить после этого и совершать суицидальные попытки больше желаний у них не возникало. Но это такой нехороший метод. Германия, средние века и 19 век, это механотерапия различная, вот, опять же, сдерживание, ну и зарождающаяся психотерапия, когда с больными начали говорить в конце 19 века, объяснять им, французский психиатр Дюбуа, основатель рациональной психотерапии, он начал объяснять больным с неврозами, с кардионеврозом, то, что делаем мы сейчас, мы, и вы будете делать, кто будет заниматься кардиологией или еще, вы будете заниматься психотерапии по Дюбуа рациональной, когда вы будете человеку, который не обладает никакой информацией по поводу сердечно-сосудистой патологии, легкой, которая у него встретилась, вы ему будете рассказывать, говорить, что да плюнь ты, это ерунда, ну глянь, это все, да, ты просто переживаешь, а переживать-то нечего. Человек будет выходить от вас, вытирать пот и говорить, фу, по нарице, а я думал, все, умру, а это, оказывается, просто гной под ногтем, ну и что-то такое. Да, вот это рациональный компонент, это представление информации, представление понятной пациенту информации. Вы это будете делать. Вот, ну, это, наверное, тоже появилось в конце 18-го, а может быть и раньше. Наверное, сам Гиппократ объяснял своим душевно больным, с кем он столкнулся, причины происхождения родовой горячки, роды, вот, не хотела горячки, не рожает, ну и так далее. Ну, сейчас вот это как бы краткий экскурс. Да? Выделяет три направления лечебных мероприятий в психиатрии. Три направления. Это психофармакотерапия, то есть использование фармакологических лечебных каких-то средств. Это, соответственно, второй вариант. Это биологические методы воздействия, это инсулинокоматозная терапия, исторически больше имеющий значение метод, это электросудорожная терапия, вот, это другие шоковые какие-то методы терапии, это воздействие магнитным полем, транскраниальная магнитотерапия, это воздействие солнечными лучами, фототерапия на депрессивных больных с сезонными депрессиями, это горячо любимая некоторыми диетическая терапия или различные кетоновые диеты при эпилепсии, но она к нам не имеет, но тем не менее мы ей занимаемся, это разгрузочная диета по Николаеву для лечения, опять же, депрессивных больных, вот это вот биология. Ну, кстати, биологический метод, он появился, наверное, как эффективный наиболее рано, это малярия-терапия. Малярия-терапия одного заболевания, лютического поражения головного мозга. Кто-то за это получил, Яворов получил, по-моему, Нобелевскую премию, за то, что как бы одна инфекция поборола другую. То есть это тоже биологический метод, когда вот эта пиротерапия, по сути дела,
Да, то есть как бы мы лечим сифилис, потом мы исторически лечим малярию. Вот. Но тем не менее, зато сифилиса у нас нет. Но это я вот утрирую, но как бы было понятно, что такое биологический подход. Вот. Ну, к биологическим подходам, наверное, в какой-то определенной степени можно отнести и психохирургию, которая не очень популярна и сейчас во многих странах не очень как бы разрешена. Но тем не менее, слово лоботомия, наверняка, или коллозотомия, наверняка слышал каждый уважающий себя студент 5 курса. Да? Вот. И, соответственно, третий раздел – это психотерапия, то есть ну, то, что начиная с Дюбуа, заканчивая Фрейд, там, аналитические, неаналитические, субъективные гипнотерапии и так далее. Вот это вот три больших кита, которые, ну, по сути дела, чаще всего мы пытаемся сочетать два последних, первый, точнее, последний, точно, психофармакотерапию и психотерапию, потому что одно без другого, по сути дела, не работает. Если вы не сможете нормально на уровне психотерапевтическом убедить больного, почему он должен принимать лекарства, от которых у него будет здесь чесаться, здесь колоть, здесь какие-то побочные эффекты, язык будет плохо, его слушаться, он будет плохо ходить. Вот. То есть если вы не создадите терапевтический альянс, или то, что сейчас вот у комплаенса соотношение, да, то больной будет принимать эти лекарства через унитаз, то есть высыпая их сразу в унитаз, как только его будет давать. Поэтому в психиатрии это очень сложно, да, сказать человеку, что он будет принимать лекарства для того, чтобы снова стать нормальным. То есть вы должны убедить его, что тот мир, из которого, например, больной шизофренией решил убежать, свой психоз, да, вы его там ждете с распростертыми объятиями. И вот эти лекарства, надо подождать побочных эффектов, как есть они есть, и больному станет легче. Понимаете, это очень сложно на самом деле. И без психотерапии, вот хотя бы такой как бы нативный, врач-психиатр работать, он просто не сможет продать свое ремесло в плане психофармакотерапии. Продать или дать бесплатно. Вот. Ну, я назову основные вехи, можно не под записи, просто вот что у нас. 1869 год, это открыли хлоралгидрат, один из препаратов, который до сих пор лежит в стеклянных шкафах для купирования психомоторного возбуждения и эпиприпадков, это статус в любой психиатрической больнице. 1903 год, барбитураты, то есть эра барбитуратов, то есть это транквилизаторы или анксиолитики, противотревожные препараты, которые широко до сих пор используются, да, то есть и снотворные препараты. Дальше, ну вот 17 год, это малярия-терапия. Нейросифилиса, Вагнер фон Яурах, Нобелевская премия получил. Вот, значит, 34-й год, это корозоловая судорожная терапия, это Ладислав фон Медуна, то есть впервые обратил внимание, что, ну, он, по крайней мере, сам Медуна считал, что, допустим, шизофрения и эпилепсия, они не уживаются вместе. То есть он считал, это два взаимоисключающих состояния, поэтому, соответственно, если мы вызываем искусственно у больного судорожное состояние, то, соответственно, психоз должен уходить. Вот. Не только психоз, еще и депрессия. Вот. Ну, это не совсем так, эти заболевания не так часто, но они сосуществуют, и эпилепсия встречается у больных шизофрении. И в некоторых странах, например, в свое время в Украине достаточно широко использовался диагноз шизоэпилепсии, шизоистерии, ну там у них такие микстовые состояния, поэтому, ну вот Медуна считал так, и достаточно долго таким образом лечил. Вот. Затем в 34-м же году Манфредом Закелем была создана похожая, но более щадящая методика, это инсулинокоматозная терапия, то есть введение инсулиновых доз по 4 единички, там, либо капельно, либо внутривенно, до возникновения гипогликемической комы у больного, соответственно, которая чаще всего сопровождается тоже судорожными припадками, ну или, по крайней мере, состоянием потери сознания и так далее. Он считал, что в этот момент происходит дезинтеграция всех психических процессов, то есть как кубик Рубика. Мне нравится эта метафора. То есть если вы не умеете собирать кубик Рубика, что надо с ним сделать? Его надо сильно ударить об пол, он разлетится на все составляющие, они очень простые. Затем взять отвертку и снова все это собрать. Ну вот как бы люди, которые пропагандировали вот эти конвульсивные или судорожные, или шоковые методы терапии коматозные, они используют вот такой подход за счет того, что создается гипоксия головного мозга, и мозг, вот, как, вот эти функциональные связи и так далее, они вроде бы должны вот пересобраться. Вот, что действительно на самом деле происходило. Вот, 35-й год, это Эгос или Эгош Мониш, Нобелевская премия, это лоботомия, человек, который понял, что все зло кроется в лобной доле, если через дырочку во лбу поковырять в лобной доле определенных зонах головного мозга, да, то больной не будет ни агрессивным, ни возбудимым, исчезнут острые психотические
проявление, да, ну, скорее всего, будет у него определенные эмоционально-волевые нарушения, и он, как многие говорят, превратится в овощ. Не всегда так, но, конечно, технологии выполнения в те времена лоботомии вызывала умиление. Но, тем не менее, было проведено несколько миллионов операций, да, и вот эта вот машина, амбулаторная лоботом ездила такая машинка, где там людям, которые наркоманы с расстройством поведения, алкоголиком, проводили лоботомию в Штатах направо и налево. То есть подходишь к машине, лицо вставил, лоботомию тебе сделали, счастливый. Ну, конечно, не так, но я вот утрирую, но похоже было. Вот, значит, 1938 год. Уго Черлетти, а вот и Лючио Бени, это два психиатра, которые были на скотобойне, извините, я просто перепутал. То есть они обратили внимание на скотобойне, что перед тем, как животных убить, чтобы они были спокойны, используют электрошокеры, погонялки. Вот эти, да, и свинка, после того, как ее несколько раз током ударят, или бычок молодой, да, уже бодаться не хочет, а весьма так аморфно себя ведет, спокойно идет на забой. Вот. Они подумали, что очень хороший метод, ну, конечно, не так, они в святых целях. Вот. Они решили использовать как раз электрический ток, биполярное наложение, битемпоральное тока, вот, удары легких, которые приводят к конвульсиям. Да, вот, ну, действительно, несколько процедур таких, они действительно приводят к упорядочению больного. Я думаю, что здесь вот принцип тот же самый, что и с кубиком, но тем не менее, этот метод он до сих пор широко используется. В Рязани мы сейчас тоже приобрела новый современный аппарат для электросудорожной терапии. Ну, я думаю, как бы у него есть определенные показания, и они очень как бы действительно хорошие, потому что как бы не использовать это глупо. Вот. Дело в том, что когда Черлетти с Бени делали, да, то есть тогда не проводилась премедикация, не больной не погружался в состояние наркоза, а сейчас это все делается в специально отведенных как бы, палатах реанимационных, где есть реаниматор, где есть терапевт, то есть сначала больной погружается в легкий наркоз, вот, а затем проводится электросудорожная терапия, судороги есть, но больной, разумеется, ничего выйдя из наркоза, он, разумеется, ничего по поводу того, что с ним проходило, не помнит. У него загубник, зубы не ломаются, как вот это показывают в различных нехороших фильмах, когда больной выходит оттуда, этого ничего нет. То есть вот я буквально 4 месяца назад я присутствовал как вот в Москве на вот этих вот процедурах, и, в общем-то, все это проходит очень камерно, хорошо и аккуратно, без всяких каких-либо последствий. Вот. И, соответственно, первый химпрепарат, который был применен в психиатрии, это Сулилити, 48-й год. Австралийский ученый Джон Кейт открыл нормотимический эффект солилития. Он обнаружил, что как бы на фоне приема солилития случайно тоже обнаружил, что колебания настроения у больных биполярников, то есть с эмоциональными нарушениями, заметно снижается. Таким образом, он ввел в клиническую практику солилития. Сейчас я так расскажу всю терапию по годам. Вот, 52-й год. Пьер Деникер и Джон Деле. Пьер Деникер и Джон Деле. Это две фамилии, надо запомнить, хотя бы Деникера, потому что в любом кроссворде по психиатрии Деникер обязательно присутствует. Это те люди, которые ввели в клиническую практику препарат под названием аминозин. Ну и, собственно говоря, с 52 года наступила эра нейролептиков, то есть нейролептических препаратов, и больных некоторые люди, которые не любят психиатрию, они говорят, что вот в 52 году наступила настоящая эра нестеснения, в общем-то, а не 100 лет перед этим, по причине того, что как бы, когда больным начали давать вот этот препарат нейролептического ряда с гиперседативным эффектом, по сути дела, веревки перестали быть нужными. Но это не совсем так, но тем не менее, вот такое вы можете встретить где-то в литературе, что появился феномен внутреннего связывания и внешние вот эти путы, фиксация, она стала не нужна. Вот. 1954 год. Были доказаны нормотимические эффекты лития. 1954 год. Первый бензодиазепиновый транквилизатор вошел в практику. 1957 год. Первые антидепрессанты. Был обнаружен антидепрессивный эффект по-моему, из ниазида, который использовался у больных при лечении туберкулеза, это ингибитор МАО, и, соответственно, началась эпоха ингибиторов МАО, которые блокируют, ну, преимущественно фракцию мозговую. Вот. В 1961 году был создан первый атипичный нейролептик клозапин. Вот.
который до сих пор под названием азалептин, липанекс, используется наиболее широко в психиатрической практике, как из несмотря на то, что он первой генерации атипичных. Ну вот. В 1963 году была получена очередная Нобелевская премия Арвидом Кларксоном за дофаминовый механизм действия нейролептиков, когда он обнаружил, что, на что действуют, на какие зоны нейрорецепции действуют нейролептические препараты. В 1987 году открыта группа антидепрессантов с механизмом реаптейк обратного захвата серотонина, и началась эпоха широкого не психиатрического, в неврологии, в терапии, в кардиологии, в частности, использования достаточно безопасных, высокоселективных препаратов антидепрессивного ряда. Вот. Ну и с 94 года в психиатрии стали широко использоваться атипики второй генерации: Риспалепт, Риспиридон, Ланзапин, Зипрекса и так далее. То есть те препараты, которые сейчас являются, наверное, основными препаратами выбора при лечении психотических расстройств. Вот. Давайте мы про психофармакотерапию, про это вот надо, потому что эту классификацию психофармакологических препаратов необходимо просто преподнести, потому что вот так как мы ее спрашиваем на экзамене. Хотя включите свет, пожалуйста. Что-то не происходит. Итак, первая группа психофармакологических препаратов — это нейролептики. Нейролептики или антипсихотики. Ну, в общем-то, из названия можно легко понять их основной механизм действия. Да? Мы помним основные признаки психоза: галлюцинации, бред. Соответственно, нейролептики используются, большие транквилизаторы, они используются для купирования психотических явлений. Выделяют, значит, следующие группы. Я просто перечислю химические группы, вы их должны знать с фармакологии, но тем не менее я возьму на себя смелость прочитать их еще раз. Это препараты фенотиазинового ряда. Сюда относятся аминазин, тизерцин, трифтазин. Это бутирофенолы, это галоперидол. Все слышали, наверное, такой препарат. Это второй референтный препарат психиатрии — галоперидол. Вот. И другие. Это тиоксантены, вот, это клозапины, это производные бензаминов. То есть препаратов очень много. Но вы должны понимать, что все нейролептики делятся на так называемые нейролептики. Типичные нейролептики, к ним относятся аминазин, трифтазин, тизерцин, людиамил, там, мужептил, трисидил и так далее. И атипичные нейролептики, давайте запишем название атипиков. Почему? Я сейчас скажу, что такое атипики. То есть это, например, риспиридон или риспалепт. Это самый широко используемый нейролептик в настоящее время, наверное. Это зипрекса. И наиболее хороший арипипразол, Абилифай, он по-другому называется, коммерческое американское название Абилифай, это очень хороший препарат, дороговат чуть-чуть. Чем отличаются типичные от атипичных нейролептиков? Действие у них у всех приблизительно одинаковое, антипсихотическое, но у типичных нейролептиков достаточно большое количество побочных эффектов. Это и нейролептический синдром, это злокачественный нейролептический, это гиперседация, это там Рэббит синдром, там много всего. Да? Вот, это нарушение системы крови, это метаболические нарушения, это набор массы тела, это диабетические вот эти всевозможные нарушения обмена углеводов и так далее. Вот, то есть большое количество побочных эффектов. То у нейролептиков атипиков количество побочных действий, таких наиболее нехороших, оно сведено к минимуму. Это метаболический синдром, это, соответственно, гематологические осложнения, то есть они гораздо меньше представлены, поэтому использование их, в общем-то, как бы более сейчас показано, они дороже. По эффективности, к сожалению, я могу сказать, что несмотря на все большие вот эти рекламные такие вещи, то есть, ну, как бы вопрос безопасности и вопрос комплаентности. То есть препарат, чем меньше дает побочных эффектов, тем больше вероятность, что
пациент ваш его будет принимать согласно вашим рекомендациям. Если препарат вызывает большое количество побочных эффектов, то вероятность отказа, раннего отказа, либо более позднего отказа, ну, она, соответственно, большая. Вот все антипсихотики делятся на три большие группы. Это так называемые преимущественно седативные, то есть это аминозин, тизерцин. Те препараты, которые мы назначаем в начале купирования большого, допустим, полиморфного приступа, когда больной очень как бы дестабилизирован, вот из него во все, любая психотика прет в разные стороны. То есть самое главное сейчас его притормозить. У этих препаратов далеко не всегда хорош чисто нейролептический лечебный эффект. Вот затем мы назначаем уже препараты, чаще всего, если потребовалась первая вот эта оборона, седация, да, то тогда мы назначаем уже препараты с более выраженным антипсихотическим эффектом, если это типичный нейролептик, это галоперидол, допустим, трифтазин или любые атипики. Если выраженного психомоторного возбуждения больного нету и гиперседация нам не нужна, чтобы больного купировать, мы тогда назначаем сразу так называемые инцизивные или обрывающие антипсихотики, те, которые максимально активно действуют как раз на дофаминовую рецепцию, обрывая психотический эпизод. Вот. Ну и еще, соответственно, выделяют третью группу, это так называемые стимулирующие антипсихотики, которые имеют выраженное влияние на негативную симптоматику. Помните, мы говорили про шизофрению, что там большая проблема не в том, что у больного бред или галлюцинации, а в том, что нарастают вот эти специфические негативные симптомы, которые выбивают больного из социальной жизни. Так вот, как раз вот эти препараты последней генерации, кстати говоря, атипики, да, они почти все обладают и антиаутистическим эффектом, и стимулирующим эффектом, то есть как бы вот это, у них, конечно, большой плюс есть. Следующая группа – это транквилизаторы. Транквилизатор. Группа химии – это препараты, снижающие уровень тревоги. Противотревожные препараты, да? Все вы хорошо знаете, какой у нас самый главный транквилизатор в России? Феназепам, молодцы. Феназепам, его знают все. Кто-то понаслышке, кто-то не понаслышке уже, да? То есть этот препарат, который как бы, это не очень хороший, не мягкий препарат, но зато он долгое время был широко доступен в аптеках. Вот. Он отечественный, его большой плюс, он отечественный. Вот, значит, к транквилизаторам относятся следующие группы. Это бензодиазепины, Вот, это самая главная, основная группа, то есть небольшая генерация из нее. Ну, есть другие атипичные транквилизаторы, там группы, например, 3-метоксибензойной кислоты и производные гликоли, мепробамат. Ну, как бы самое главное, что вы должны знать, это, соответственно, бензодиазепины, поскольку это та еще тема. Следующая группа – это нормотимики. То есть это препараты, которые способны удерживать настроение в рамках нормального, не повышая его и не понижая. То есть препараты, которые фактически профилактического ряда, больше профилактического, но и лечебного, конечно же, при маниакально-депрессивном психозе, которые удерживают настроение в коридоре допустимой нормы. Это те же самые соли лития, про которые мы с вами говорили, которые открыл Кейт в 48-м. Вот. Это, соответственно, препараты, которые используются при лечении эпилепсии, это карбамазепин, финлепсин, то есть очень такой активный нормотимик, вот, и производные вальпроидовой кислоты, то есть депакин, вот эти все вот эти препараты, которые используются как антиконвульсанты, они широко в психиатрии используются как нормотимики. Антидепрессанты. Или типа аналептики. То есть эта группа сейчас как бы она очень обширная. Я просто перечислю группы, те, которые просто надо как бы, ну хотя бы на слуху знать. Первая группа — это ингибиторы МАО, которые стартовали, которые создали группу. Да? Вот, к ним относятся, например, Ридал и Мипрамин Аурорикс. Запишите Аурорикс или Маклобимид, кто хочет запутаться. Аурорикс. То есть препараты чем плохи, чем хороши. То есть одна из самых выраженных антидепрессивных спектров активности, то есть как бы мощный антидепрессивный эффект у этих препаратов. Один из самых. Но и количество побочных эффектов, поскольку многие из них, особенно неселективные, препараты первого ряда, мипрамин, там, дурида, то есть они блокируют МАО как мозговую фракцию, так и, допустим, печеночную, то, соответственно, тот список препаратов лекарственных и нелекарственных пищевых, которые нельзя использовать, соответственно, которые окисляются через этот метаболический путь, а больному выдавалась памятка на 2-3 листа, чего нельзя. Что, то есть достаточно тяжело, поскольку практически никакие лекарства не сочетаются. И если мы используем ингибитор мауноаминооксидазы, то после его применения, для того, чтобы перейти на другую группу антидепрессантов, если он неэффективен,
если мы меняем, мы должны делать минимум двухнедельные перерывы чистые, потому что нельзя назначить. Также, если мы лечим другой препаратом другой группы, при переходе на ингибитор МАО, мы опять же должны делать минимум 10 дней, 10-14 дней перерыв, чтобы препарат вывелся. Иначе мы можем получить тяжелейшее осложнение вплоть до смертельного исхода. Вот. Самая широко распространенная следующая группа – это трициклические антидепрессанты, трициклики. К ним относится амитриптилин. Амитриптилин, который знает на экзамене абсолютно все. Вот, значит, амитриптилин, милипромин, анафронил, вот это все трициклики. Вот, есть четырехциклические. Вот, и дальше. Я сказал, что прорывом эпохи антидепрессантов это было открытие механизма реаптейка или механизма обратного захвата серотонина. И здесь появились препараты, которые как раз блокируют реаптейк и позволяют накапливать серотонин в заинтересованных дозах, в зонах мозга. Вот, и эти препараты, по сути дела, обладают наименьшим количеством побочных эффектов. Они широко распространены, сейчас есть и следующие группы, еще более селективные. Но вот к этой группе ингибиторов обратного захвата серотонина относятся в частности такие препараты, про которые мы с вами уже говорили. Это Прозак, вот. Это Залофт, Америка, Европа. Это флуоксетин, это тот же самый сертралин, вот, но в маленьких бело-зелененьких таких капсулках. Дешево и сердито, да, и не надо его называть Прозак. Все, или Прозалов, точнее, Залов. Вот, это флуоксамин или феварин. Феварин, который тоже, я думаю, все кто-то слышал, широко используется в неврологической практике, как при хроническом болевом расстройстве, в кардиологической практике достаточно безопасный, хороший у него терапевтический коридор. Вот, сейчас используются также такие группы препаратов, как селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина. Серотонина и норадреналина. Я не буду аббревиатуру давать, как она звучит. Сюда относится прежде всего такой препарат, как венфлоксацин. Венлафаксин, по-другому называется. Венлафаксин. То есть вот этот препарат, он очень хороший, он реально хорошо работает. Вот, дешевый его аналог относительно это Велофакс. Используется он очень так. И дулокситин. Вот. И норадреналиновые, и серотониновые, и селективные серотониновые антидепрессанты, к ним относятся ремерон. Ну давайте мы как бы вот просто начнем ремерон. Вот, значит, что еще используется? Наотропы, группа наотропов. Наотропов. Сюда относится большая группа, там всевозможные пероцетамы, наотропилы, цефаболы, там их очень много, в том числе, допустим, тот же фенибут, галоперидол, боже мой. Ой, глицин. Вот, то есть большая там группа, там ацефен и так далее, перитендор. То есть смысл препаратов какой? То есть основная масса из них гамкаргические, то есть как бы улучшает метаболизм, работу головного мозга и т.д. и т.п. Вот, психостимуляторы, ну практически сейчас не используются, раньше сиднеминовые использовались, это сиднокарб, сиднофен, когда мы пытались активировать больных с простой формой шизофрении, больных с астеническим каким-то органическим синдромом, олигофренов, таких торпидных. Но это использовалось тогда, когда я начинал свою карьеру психиатра, там 20 с лишним лет назад. Сейчас использование этих препаратов оно весьма ограничено, поскольку активирующим свойством чаще всего обладают атипичные нейролептики в случае больных шизофрении. Вот, ну, какие-то другие препараты, те же наотропы, многие являются достаточно выраженным психостимулятором. Вот, и препараты других групп, которые используются в психиатрии. Препараты других групп. Что сюда относится? Противоэпилептические препараты, я уже сказал. То есть эпилепсия формально кластер G40 отнесен к неврологии. Но если эпилепсия сопровождается какими-то психическими нарушениями, а сопровождается она почти всегда, эти больные попадают под юрисдикцию психиатров, и поэтому, как бы, безусловно, эти препараты мы продолжаем использовать все руки. Дальше. Корректоры нейролептического синдрома или противоантипаркинсонические препараты, которые мы используем для коррекции все равно возникающих осложнений нейролептического ряда при терапии антипсихотиками. То есть это тремор определенный, вот этот паркинсонизм лекарственный, вот, ну и другие расстройства моторного ряда. Вот, к ним относятся тропоцин, циклодол, амизил. Тропоцин, циклодол, амизил. То есть те препараты, которые раньше, кстати говоря, раньше, в 30, 40, 50 лет назад, когда назначались нейролептики, они всегда назначались без прикрытия корректора.
То есть считалось, что пока человека не начнет трясти вот так вот, и у него не начнут так руку, он руку засунул и высунуть потом через два дня оттуда и не может, или язык вывалился, или еще, то есть развитие нейролептического синдрома, считалось, что, соответственно, нейролептик не дошел туда, куда он должен дойти, то есть пока побочных эффектов нет. Такой немножко негуманный был подход, пока больного не начал вот так вот корежить, да, вот так вот скручивать, вот, корректоры не назначали. Сейчас политика изменилась совершенно верно, то есть как бы побочные эффекты и эффект препарата, который называется на вторую-третью неделю иногда, смысла мучить больного побочными эффектами никакого нет, поэтому если мы ожидаем у больного побочные эффекты в виде нейролептического синдрома, особенно если у него есть небольшой органический фон, допустим, у больного шизофрении, видно, что он когда-то был бит или немножко там лицо кривое, то обычно назначаются корректоры сразу для того, чтобы... Это то же самое, как наркоз при ЭСТ, электросудорожной терапии. То есть мы больше не проводим нечеловеческих, бесчеловечных опытов над людьми, не проводили их никогда. И последняя группа препаратов – это препараты для лечения болезни Альцгеймера. Вот ее сейчас объединили в отдельную группу, поскольку болезнь Альцгеймера – это такой, к сожалению, бич не только нашей страны, особенно Соединенных Штатов Америки. Больных с болезнью Альцгеймера становится, к сожалению, только больше, а не меньше. Это связано с тем, что благодаря качеству жизни, продолжительность жизни увеличивается, люди начинают доживать до альцгеймеризации, и, соответственно, препараты, которые лечат эту болезнь, относятся к следующей группе препаратов. Это антихолинестеразные препараты, то есть мы говорили с вами на лекции, где я рассказывал про болезнь Альцгеймера, про основные биохимические нарушения при этой. То есть, соответственно, антихолинестеразные препараты, к ним относятся ривостигмин, галантамин, ну хотя бы вот эти два. Вот. Второе направление это глутаматергическая терапия. Глутаматергическая терапия болезни Альцгеймера. Соответственно, здесь используются препараты следующие. Это акатинол, мимантил. Ну, наверное, у кого есть пожилые бабушки, дедушки, наверное, слышали эти препараты. Акатинол, мимантил. Достаточно эффективная группа препаратов для коррекции нарушений при болезни Альцгеймера. Вот, ну и в последнее время широко используется ноодджерон, это препарат из этой же группы. Вот, ну и при болезни Альцгеймера также используются ноотропы активно, про них я уже сказал выше, то есть это нейропротективная терапия, ну в частности используется церебролизин достаточно активно, такими достаточно мощными дозами, особенно когда надо транспортировать больного, чтобы его перевести из одного города в другой, больного с болезнью Альцгеймера, проводится активная терапия инъекционная церебролизином, нейропротектором, и затем больной более-менее как бы способен мигрировать куда-то в другой город. Я сейчас перечислю эффекты нейролептиков, какие мы используем, не нейролептиков, а всех препаратов, используемых в психофармакотерапии. Вот, ну и были, тут мы начнем были уже заканчивать лекции. То есть это анксиолитический эффект, это противотревожный, это понятно. Антиагрессивный, это понятно, это нейролептики используются. Антиаутистический, тоже нейролептики, это решение проблемы аутизации при шизофрении. Это антидепрессивный эффект, это антидепрессанты. Это антиманиакальный эффект при маниакальном синдроме. Это антипсихотические, это психотические расстройства. Это снотворный эффект при нарушениях сна, агрипнии. Это седативный эффект при психомоторном возбуждении, это нейролептики чаще всего. Тимоаналептические, это норматимики, чтобы как бы антидепрессанты колебания. Ну и психоэнергизирующие, это вот эти как раз атипичные нейролептики для того, чтобы купировать негативные последствия. Вот. Что мне хочется... Побочные эффекты, это вы почитаете в книжке. Мне хочется как бы коснуться в двух словах принципов назначения психотропных препаратов. Вот, потому что про психотерапию будем считать, я вам что-то рассказал, вот, и вам расскажут больше на консультации, потому что сейчас за 2 минуты всю психотерапию воздействие словом посредством второй сигнальной системы я не успею рассказать. Вот, а психофармакотерапию все-таки я закончу. Смотрите, во-первых, то есть в психиатрии, как и в любой другой науке, любое лечение, к сожалению, не существует шаблонных схем. И те стандарты, которые нам дали для лечения тех или иных заболеваний, далеко не всегда они работают. Поэтому даже в условиях работы со стандартами, это прежде всего индивидуальность подбора препарата.
Потому что одни препараты работают хорошо у одного пациента, другие у другого, у этого они совсем не работают. Второе. Вот. То есть это непрерывность терапии, особенно больных с эндогенными заболеваниями шизофрении. То есть как бы сначала у нас купирующая терапия, затем мы переходим на поддерживающую, затем на противорецидивную, и больной, перенесший, допустим, шизофренический приступ, шуб или еще что-то, да, то есть считается, что поддерживающая терапия должна длиться где-то порядка 5 лет. 3-5 лет. Достаточно долго. Вот. То есть это синдромальная направленность, но это основной принцип. Дело в том, что про это я рассказывал на первой лекции, когда мы говорили про нозологический, синдромологический подход, принцип синдромологического подхода. Есть синдромы мишени, основные синдромы, которые мы, соответственно, выделяем как основные и назначаем те препараты, которые обладают, соответственно, действием, направленным на эти синдромы мишени. Вот. Это попытка сделать так, чтобы были минимальные побочные эффекты. То есть это главное учет межлекарственных взаимодействий. Это проблема российских врачей, к сожалению, которые много знают, но когда речь заходит о взаимодействии, чаще всего говорят, ну да, ну нормально или ненормально. То есть это важно. Вот. Учет антагонизма, агонизма и вот этих типов взаимодействия. То есть это отсутствие полипрагмазии, то есть это очень важно, потому что особенно у начинающих психиатров присутствует желание назначить побольше лекарств, а когда лекарств просто много, да, любой больной становится вялым и спокойным, как овощ, да, когда вы начинаете отменять, то вы даже не знаете, какой препарат подействовал так, и как вы будете потом переводить на поддерживающую терапию, это большой секрет. Еще две минуты, вот. Создание терапевтического альянса, про это сказал, без этого не работает в психиатрии лечение. То есть, если вы будете, вот просто представьте себе, вы получили больного в стационарном звене, у вас есть санитары сильные, мощные, и вы плюнули на терапевтический альянс, зачем он вам нужен, да? Ну, зачем он вам нужен? То есть, вы начали лечить уколами сначала, внутрикапельно, инъекции, затем внутримышечно куда-то вы начали колоть, потом вы заставляли больного принимать лекарства под наблюдением, проверяя вот так вот у него рот, открывая ему там, да, он глотал эти таблетки, какова вероятность того, что он их будет это делать дома, если вы не наладите с ним контакт? Никакого. Вот, еще один нюанс, да, то есть почему вот этот рот-то у нас у больных смотрят, когда больным в отделении дают препараты? Не потому, что больной врач так уж сильно переживает, съест, не съест. Есть риск накопления лекарств, если больные их выплевывают и накапливают где-нибудь под подушкой или еще где-нибудь в незаметном месте. Для чего? Для того, чтобы потом покончить с собой. Поэтому вот этот момент, чисто практический тут механизм есть. Вот, это то, я уже сказал, что одной психофармакотерапии никогда недостаточно. Должны быть либо биологические методы подключаться какие-то, либо, соответственно, психофармакотерапия обязательно, психотерапия как, в каком-либо варианте обязательно. Вот, ну и длительность лечения обязательно должна зависеть от нозологии и места, когда мы начали ее лечить в клинике. Вот, ну собственно говоря, любить надо больных, тогда будет все получаться, хорошо к нам относиться, тогда все будет хорошо. Вот, всего доброго! Не успею я все остальное сказать. Всего доброго. До свидания.